Пау-пау-пау! Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, на связи вновь студия Arena for Game. Мы возвращаемся к вам в эфир. Ну что ж, у нас сегодня боевые будни. Перестрелка выходного дня по плану, все просто замечательно. Ребята у нас довольно жесткие собрались, так это что это у нас со счетом. Но встречаются два коллектива, это команда Attributes против AMG AOE. Посмотрим, что они нам покажут, как всегда, надеемся на лучшее. По составам мы видели с вами довольно жесткие парни здесь. Я вижу Динамо Машину, в общем, весь практически вчерашний состав команды VEvictus eSports. Ну и в соответствии, сейчас парни будут отыгрывать ВВГ, довольно жесткая встреча. Герман, что ты скажешь, и давай открывай ставки. Привет всем, дорогие друзья, но ставочки уже открыты, я скажу, что мы выходим в лобби. Ну, я скажу лишь одно, что карты ВВГ у нас не было очень давно, не знаю, с чем это связано, но тем не менее, так или иначе, ребята на боевых буднях, на битве за форум, ребята как-то избегали эту карту, не знаю почему, но... Тем не менее, сейчас она появляется на наших с вами экранах, и очень интересно будет посмотреть, как здесь будет проходить баталия. Но все-таки лично для меня AMG AOE здесь команда в роли номера 2, команда догоняющая команду Attributes. Ну, это опять же, наверное, связано с тем, что имена больше громкие у команды Attributes. Это и дирижеры, и планы, и динамо-машины. То есть все игроки довольно известны. Известны и... опытные. Ну, пока что ждем, пока подключится пятый игрок, и приступим к обзору. Так, я тоже по-быстренькому перезайду. У меня почему-то оконный режим стал прям совсем оконным. Прям уже хуже было некуда. Так, давайте пока что заставочку вам включу, чтобы вы не смотрели просто на черный экран. Ну и в соответствии сразу же к вам подключимся. Мы, дорогие друзья, не будем выходить в лобби. Но я здесь, знаешь, как-то все-таки, да, склоняюсь в сторону команды Attributes. То есть один Динамо Машина, да, со вчерашнего дня, мы помним его на буре в пустыне, что этот парень вытворял. Он действительно себя как машина чувствует, просто летит вперед на пролом без каких-либо препятствий, вообще его никто не может остановить. Так что... ребята там довольно опытные, но также со стороны команды AMG AOE нельзя просто сбрасывать ребят со счетов. Действительно, все-таки довольно опытные парни. Тоже уже не раз обкатаны в деле. Так, я вернулся. Вторая, да, у нас там рума? Я здесь. I am тут. Let's go. Так, ну что, дорогие друзья, давайте стартуем все-таки этот матч, наконец-таки, и ставочки тоже закрываем. Да. Так, ну, давайте, готовность. Я вот хочу посмотреть на Вилса. Вилса в свое время просто был лютым головорезом. Я не знаю, мы его давно не видели, какой у него был перерыв, был ли этот перерыв у него вообще, потерял ли он как-то свою сноровку, скиллуху. Непонятно, но сейчас и посмотрим, сможет ли он точно так же снимать головы своим оппонентам или нет. И в соответствии, какой импакт вообще будет вносить в каждом раунде для своей команды. И как же будут обороняться все-таки AMG AOE от своих оппонентов. Так, отлично, прогруз у нас имеется, дабы не сглазить. Все отлично, все на местах, давайте камеру наверх и смотрим за атакой. Вешалка и план тем временем выходят через позиции моста. Там уже будут их закрывать, есть информация, полетел дэмэдж. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, лампича пока что все не самым лучшим образом складывается. И тем временем аркада на мидл у нас отбивается. Да. Бицепс здесь очень хороший таймер, кстати, прочувствовал, но там уже лапшу и медика забрали, лампач по-прежнему живет, но вешалка сейчас погибнет, да, на нуле, но и сейчас выход, так или иначе, в апленд не будет воспрепятствован командой AMG AOE. Краш под бетоном тоже погибает, отличный выпад от Динамо Машина, и это для лампача и бицепса раунд 2 в 4. Ну, не знаю, мне кажется, для него будет здесь очень сложно отыграть. Его зажимает со всех сторон, и Вилса еще с дуалами идет жать своего оппонента. Лампач в соло, 34% здоровья, выход через тэшку будет, но здесь уже его будут закрывать. Да, здесь без шансов уже, по сути. Ну, размен один есть, и то как бы неплохо почувствовать, просто игру почувствовать фраги. Ну и да, довольно предсказуемый первый раунд все-таки выигрывает команда Attributes. Посмотрим, будет ли отыгровка этого раунда идентична
первому. И пока да, пока 3 под А, 2 под мост. Лампач соло отыгрывает у МГОЕ под мостом. Но вот медик в этот раз не ошибается и дарит своей команде преимущество в один раунд. Правда, лампач подставляет немножко, и это 4 в 4. Бицепс теперь будет оборонять один мост, но здесь двое оппонентов уже находятся. Вешалка попытается выйти вместе с планом, а дирижер тем временем залетает. Минус на медика. Два тела на мосту, но здесь аук подводит. Бицепс находит минус только по вешалке. Далее аук щелкнул затвором, и в соответствии перестрелять оппонента не удалось. Краш выходит с ямы, находит своего визави, но здесь Вилса. Вилса не прощает, 30% у него было, но тем не менее справился достойно. Второй раунд в активе команды Атрибут. 2-0 счет на табло пока. Что атака чувствует себя довольно уверенно. Но в принципе это ВВГ. На ВВГ атака в принципе выглядит как бы сильной стороной. Ребята здесь действительно пользуются очень хорошо всеми позициями. Ты посмотри на Динамо опять. Он зашел, его вообще никто не контрит. Никаких перетяжек, ничего. Как бы все нормально у пацана. Ну ладно. Медик. Медик пытался. Да, там медик, что-то такое ощущение у команды MGUE, что-то с аугами, что-то с девайсами вообще не то. Ребята вроде как-то и стреляют. Ну, там на мосту даже была ситуация, когда Лапша у нас попытался там отстрелить двух соперников своих, но тем не менее как-то вроде и зажал в двоих, но как-то одного еле-еле последним патроном добил, но там уже был размен. Ну а пока что всю одну и ту же песню. Все одну же шарманку крутит Атрибут, постоянно сплетают А и мост. И сейчас вот лампач должен отыгрывать в закрытую, по идее, да, но если опять же лампач погибает, это будет проблема. Но пока что, тем не менее, без минусов. Но там план идет очень аккуратно, и в принципе он понимал то, что его с этой позиции могут контрить, но лампач справляется, а Динамо машина тем временем даблкил залетает, краш моментальный размен, есть выход под позиции Аплента, Вилса, есть пачка на краша, бицепс хедшот на Вилса, ну и здесь же дирижер подошел. Разобрался, порешал, кто почем, кто здесь батька вообще на этой позиции. И перетягиваются бойцы команды Атрибут под Б-сайта. Лампач тем временем выходит уже только на боковую, а фугас уже будет установлен. Ну и в соответствии далее играть на выбивании одному против двоих как-то неприятно. Да и с учетом того, что там дирижер в упоре сидит просто на перемычке, здесь лампача будут проблемы. Да, префайр и вообще ничего не смог сделать лампач. 4-0. Миссия провалена. Чекни, Максим, личное сообщение, пожалуйста. Ну а тем временем, ну, здесь преимущество просто у команды Атрибутс в том, что они просто знают, что когда им выходить на размен, ребята очень грамотно разменивают друг друга, даже если все-таки один тиммейт погибает, второй сразу же на подхвате. Но, тем не менее, возможно, еще что-то попытаются неплохое нам показать команда AMG AOE, но. Пока, так или иначе, оборона смотрится, ну, откровенно, очень сыро и вяло. Но выход в аплен, походу, судя по всему, неизбежен. Ну да, краш принимает своего оппонента Динамо Машина. От медика также минус навелся. Тем временем выход под Б-сайт. Лампач убирает своего оппонента. И ситуация 5 против 2. Дирижер рыдовый, план пока что в фуле. Но я думаю, после встречи с бицепсом это моментально исправится. Да, и здесь план будет выходить по дорогу, бицепс его контролит из-под БТР, но плана настигает лампач. Ну и слушайте, дирижер 1 в 5 с таким количеством хитпоинтов, конечно, вряд ли здесь что-то покажет. Ну, размен максимум, ну и даже размена мы не видим. Краш ставит жирную точку в этом раунде. 4-1, наконец-таки все-таки смогли завоевать первый раунд в свою копилку команда MGOE. Ну, смотрим за продолжением. Но если все-таки это точка, так сказать, начала камбэка, все-таки здесь надо камбэчить, возвращать как-то себе преимущество на карте, хотя бы в ноль выводить, но посмотрим, будет ли это началом или нет. Пока что Динамо машина говорит нет, выходит на позиции винтов, минусует здесь лапшу. Ху-ху! Вилса, здорово, маскил, и бицепс тем временем попытается перейти на аплен через перемычку. Да, но опять же, лампач и бицепс остаются вдвоем, но так или иначе, здесь даже, мне кажется, времени им не хватит, чтобы просто-напросто сесть на дефьюз. Даже если каким-то чудодейственным образом они сейчас заберут где-то двоих-троих, то там еще двое просто будут играть на время. Вешалка контролит выход на винты, здесь бицепс уже готов выходить, получает порцию дэмэджа, но вешалка здесь вообще его на нож хочет насадить, но это что-то уже прям из разряда неуважения, да, и бицепс может его забрать. Нет, вешалка делает минус, и это раунд номер 5.
Но здесь Лампач просто отчаялся, уже полетел во все тяжкие под позиции Аплента, ну и в соответствии там его приняли в три ствола спокойно. 5-1 счет на табло, бойцы команды Атрибутс пока что отыгрывают один потерянный раунд. Бицепс идет на аркаду позиции мида, но здесь должны его принимать, да, именно так и происходит. Вешалка увольняет своего оппонента и в соответствии выход на Б-сайт уже неизбежен. Так, ну опять же, здесь медик прожимает Т-шку, довольно неплохо нарейдил Вилса, но Вилса делает минус, динамо машины также забирает своего оппонента под винтами, и выход под А, ну, можно, но, скорее всего, Б можно сплетануть также через винты, ну а здесь краш забирает и на боковой, и на Т-шке своих двух соперников, и теперь это точно, скорее всего, Б, Лампач стоит у нас на катушках, и его здесь, конечно же, дал динамо машин, отличный 2 минус от него, и это 6-1. Ну, слушай, динамо-машина, что со вчерашнего дня, что сегодня. Вот просто он мне напоминает жесткого в былые времена, когда мы просто говорили то, что жесткий, как мы не зайдем на стрим, он тащит. Вот и здесь то же самое. Динамо-машина вчера просто он пропирался под все позиции, у него вообще все получалось. Все летело абсолютно, и сегодня идет то же самое. Но посмотрим, Вилса выходит под аплента, дирижер опенфраг и с двойки прием. И приемка такая себе, здесь Вилса забирает медик, Лапша выходит на размен, ну и дирижер под бетоном хоронит по метальным бицепса, и Лампач здесь огромные проблемы у него под Б-плантом, два оппонента сразу готовы были на него налететь, но все-таки тайминг словил неплохой для себя Лампач и убежал за плент. Ну и с Лапшой ему, конечно, тяжело здесь будет отыгрывать, плюс Лапша контролит выход на А, но на А здесь никого нет, кроме динамо, машина на винтах. Ну и сейчас, судя по всему, выход на Б будет, да, вешалка забирает Лампача и... Это установленный фугас на Б-пленту, ну и динамо-машина просто развлекает своего оппонента на А-пленту, и, похоже, это 7-1. Ну, 64% здоровья, да, тут максимум, ну, один, ну, два, окей, фрага он найдет, но даже фрага одного не нашел. Динамо также с питона увольняет своего оппонента. 7-1 счет на табло, ну и в соответствии остается один раунд первой половины. Ну, я думаю, все-таки здесь моральная составляющая команды AMG AOE уже просто уничтожена, ее стерли, от нее ничего не остается. Ну и в соответствии, мне кажется, ну если второй раунд возьмут, то будет, конечно, хорошо для них, но, судя по всему, нет. Начало раунда говорит об обратном. Да, ну и здесь, знаешь, мне кажется, сами ребята из AMG AOE понимают, что, ну, все-таки пока что не под силу им ребята из команды Атрибутс, банально по стрельбе и по таймингам проседают, ну... Казалось бы, вроде такая тонкость, тайминги, да, вот вроде вышел и вышел, секунды раньше, секунды и позже, а вот это очень много чего решает. Ну и здесь Краш забирает одного, Краш, кстати, очень сильно выделяется из своей команды, несмотря на то, что у него, в принципе, с Лампачом равное количество фрагов, ну, плюс один фраг у Краша, но Краш выделяется именно чуйкой, то есть он очень хорошо чувствует, когда соперника где будет выходить, и тем самым вот те два прекрасных минуса. Боковая Т-шка отлично поймал тайминг, забрал, уравнял шансы с 4-2 на 2-2, и, казалось бы, раунд можно было забирать, но, опять же, превосходство команды Атрибутс над своим соперником, оно крайне высоко. Ну и 8-1, два раунда до победы всего лишь остается дирижеру и компании. Я думаю, здесь, на самом деле, без проблем они два раунда заберут, ну, хотя бы с третьей попытки точно. Ну да, я здесь с тобой полностью согласен, то что должны уже как-то дожимать своих оппонентов бойцы команды Атрибутс, но... Ну, 8-1, ну, конечно, возможно, мы видели такие камбэки с вами, я до сих пор не могу забыть просто, еще когда команда Пингвины играла просто своим старым составом, где Бучер присутствовал, просто лютый снайпер, парни тоже летели 8-1, и казалось бы, то, что все, это Габелла, но они на смене сторон, на буре, в атаке отыграли, ну, это было просто великолепно, но, тем не менее... Сейчас вот та ли эта ситуация или нет, я как-то сомневаюсь. Все-таки здесь парни довольно опытные, хорошие стрелки у команды Атрибутс. Я думаю, они, если сейчас будут баловаться как-то на первой половине, ой, ну, на первых раундах второй половины, то потом они все равно соберутся и дожмут эти два раунда. Ну, или, конечно, команда AMG AOE могут показать нам просто прекрасные результаты в атаке и также отыграть. Там 8-1, а может и все 9-0. Но это, конечно, что-то из области фантастики.
Да, здесь с тобой полностью согласен, но тем не менее, смотри, у нас вешалка уже, Аркадий 0, никого не видит на мосту, понимает прекрасно, что это апленд. И здесь уже лапша выходит, энтри фрагмент повился, размен на дирижера, но здесь уже в спине вешалка, и два игрока на боковой сейчас о нем даже не знают, слушай. Да, все, дирижер дает информацию, что двое на боковой, а вот здесь, мне кажется, вряд ли вешалку будут чекать вообще в тэшке, потому что, ну, казалось бы, да, вроде мы сами оттуда вышли, как он здесь может быть? А вот и вешалка спалился. Вот и спалился, но план еще есть. А план в это время забирает с боковой лампача, забирает краш, и это 2-1. Рано вылез у нас вешалка, но тем не менее, главное то, что тиммейт вовремя подоспел и хлопанул. Остается один бицепс, который отыгрывает в двойке. Ай-яй-яй, да попади! Серьезно! Но это было обидно, это было очень обидно, и план здесь все-таки ставит жирную точку в этом раунде. План красавец, просто ничего не скажешь. Вот дирижер и план, они вдвоем сделали этот раунд для своей команды. Ну вот согласись, что дал по стрельбе какой сильный отличие, да, вот банально. Ну вот с двойки ты стоишь, игрок, у тебя, ну, по сути, перед носом просто ползает, ну вот убей его. Но не может даже с практически целой обоймой его убить, но это и нервы, понятное дело, неопытность. Но, тем не менее, что-то допытаются сделать МЖОЕ. Выход опять под позиции Аплента, динамо-машина, 30% здоровья, проходит уже через яму, даблкил в его исполнении имеется, есть информация по лампачу, сотня на холфбаре, но динамо все-таки увольняет, и ситуация 2 в 2. Да, и 2 в 2 преимуществом для команды атрибут. Да, вешалка еще забирает лампача, и милое преимущество, конечно же, по хелсбару, ну и вешалка еще один невероятный хэдшот ставит по своему оппоненту, 10-1. Команда атрибут, ну, мягко говоря, выигрывает в одну калитку. Здесь один раунд, конечно, это жестковато. Ну, ВВГ мы, конечно, увидели, но не успели им насладиться. Возможно, увидим его сегодня вновь. Очень хотелось бы в это верить. Ну, а по ставочкам у нас 10-1 была ли ставка. Сейчас посмотрим. На Ютубе не было. Вот на Твиче... Была, и отгадал эту ставку One Touch. One Touch, сейчас выдам тебе твой подарочный код, ну а мы выходим на небольшую музыкальную паузу и вернемся к вам со вторым матчем на сегодня. Не скучайте. Гантели забирает первого лофта, второго, боже, что они творят! Но лофт погибает вместе с Гантели, снаружи вместе, и лютый фарш, это не делать квадрон! Кукутина понимает, что здесь ловушка, надо уходить в боковой тест, и очень хорошо прочиться трансмейшн, но 2 минуса, а то Уэнгзи делает сразу 3 минуса! Что это такое?